Мужчине, который устроил перестрелку в Калининском районе, удалось избежать наказания. Возбуждение уголовного дела отказали. Об этом сообщили в городской полиции. Как объяснили правоохранители, умысла на причинение телесных повреждений у мужчины не было. Материалы проверки направлены в прокуратуру. Напомним, день рождения на северо-западе Челябинска закончился стрельбой. По словам именинницы, 6 человек ночью сидели на балконе 19 этажа и слушали музыку. Вдруг из соседнего дома пришли двое неизвестных мужчин с оружием. Перепугавшись, ребята сразу же все выключили. Только вот, видимо, одному из недовольных этого было мало. Пацаны, короче, мы отдыхали на тусовке, какой-то типа тип пришел с пушкой и прострелил мне плечо. Как рассказала девушка, мужчина достал пистолет и стал целиться их другу в голову, а потом выстрелил в плечо. И вот теперь правоохранители завершили проверку. Мужчине не грозит уголовное наказание.